Вы смотрите Информбюро. Максат Усенов снова может оказаться за рулем автомобиля. У него истек срок лишения водительских прав. Но пока печально известный лихач не обращался за новыми документами. Он был лишен прав на 3 года и 9 месяцев. Недобрую славу Максат Усенов получил в 2013 году. Тогда он на дорогом автомобиле BMW X6 сбил группу пешеходов. Один из пострадавших умер. Но Максат Усенов отсидел за это всего 45 дней и вышел на свободу. Уже в следующем году имя Усенова вновь пестрило в заголовках СМИ. Лихач выехал на встречку и врезался в другое авто. Пострадала женщина. Суд приговорил правонарушителя к 20 суткам ареста. А в прошлом году Усенов прославился дважды. Он курил в салоне самолета, за что снова отправился уже в знакомое место. Спецприемник на 15 суток. А также у него изъяли коробку марихуаны. И на этот раз он отделался штрафом в 453 тысячи тенге.